И победитель Джим Керри и его шоу Трумана. Возрастет, возрастет. Знаешь что? После так называемой гонки за Оскаром, осознал себя танцором для людей, которые знают, где он находится. И как-то уже меня не беспокоит, что они пытаются его у меня отобрать. И я просто был тем, кем я являюсь на самом деле. Спасибо. Что ж, я хочу поблагодарить пару человек, которые пришли взять эту награду от имени моих новых друзей-байкеров. Я бы хотел поблагодарить MTV, что организовали эту тусовку и дали нам еще одну причину потусить еще разок. У нас есть небольшой зубок на телевизионный департамент. Мне нравится рэп-музыка. Даже больше, чем предстоящему выйти перепуганному кавказцу. Но вас же не прикончат, если вы будете побольше играть группу Fuckhead. Напоследок, но это очень для меня важно, я хотел бы поблагодарить всех леди. Все очень обалденно принарядились. Вы все шикарненько выглядите в этом зале для этого мероприятия. Ты моя шикарненькая фантазия, я тебе это говорил? И мне все равно, кто твой папочка! Эй, эта цыпочка из клипа Рики Мартина будет на этой вечеринке? Я не знаю, кто она, старичок, но я это выясню. Пусть цветет, пусть она уже расцветет. Солнце в дождь не шок. Любовь прекрасная. Пусть цветет, детка. Peace, с любовью. Переведено и озвучено поющим в душе. Ой, кто-то рассказал мой секретик. Спасибо.